Всем привет! Сегодня мы будем делать ванильное печенье. Нам понадобится стакан сахара, стаканчик 200-граммовый, пачка масла. Сейчас все пачки они по 180 грамм ориентировочные. Вот у меня ровно 180 грамм. Масло нужно обязательно растаять, чтобы оно было вот такое вот мягкое, тепленькое. Сюда же нам нужно добавить сливочный сыр. Удобнее, конечно, в ванночках брать, но я беру вот такой брикетик, 90 грамм в нем. Я его просто порежу мелким кубиком. Сыр добавляю. Теперь это нужно все тщательно перемешать. А потом взбить миксером до воздушного состояния. Вот такая масса у нас получилась. Сюда же мы вбиваем яйцо и пакетик ванилина. И еще раз все хорошенько взбиваем. Первая часть у нас готова, тесто. Теперь сделаем вторую. Сухие ингредиенты мы смешиваем отдельно. Нам понадобится примерно 2,5, около 3 вот таких 200-граммовых стаканчиков муки. Потом муку можно подсыпать при необходимости. Чайная ложка разрыхлителя. И соль на кончике ножа, ну или щепотка. Сухие ингредиенты мы тоже тщательно перемешиваем. Теперь нам муку нужно всыпать вот сюда. Мы все соединяем. Все, теперь замешиваем тесто. Тесто мы замесили. Правда, муки немножко мы подсыпали, так у меня 3 стакана и ушло. Но это, в общем, еще из-за того, что тесто масляное. Масло оно очень хорошо впитывает. Теперь мы тесто делим на 2 части. И нам нужно их подкрасить. Для одной половинки я возьму свекольный сок. А для второй обычный пищевой краситель. Теперь мы будем вымешивать до получения нужного нам цвета. Если будет необходимо, можно еще подливать. Вот такое тесто у нас получилось. Вообще красители не обязательно добавлять, просто с ними интереснее. Можно взять какао-порошок для цвета. Можно так оставить, они желтенькие, просто красивые, вкусные. Это тесто мы оставляем в холодильнике под пищевой пленкой или переложить в пакет. На 2 часа оно должно полежать, отдохнуть. Тесто у нас остыло. Постояло, отдохнуло. Теперь мы его будем раскатывать. Тесто мы раскатали, оно достаточно толстенькое. Теперь мы вырезаем наши пуговички. Я для этого беру рюмку, можете взять все, что вам удобно.
И вот такие вот кружочки мы вырезаем со всего теста. Перекладываем наши кружочки в противень. Заранее готовим. Застилаем пергаментной бумагой. И все перекладываем. Из оставшегося теста формируем еще один кусочек, такую же лепешку раскатываем и делаем новые наши пуговички. Духовку включаем разогреваться примерно до 170 градусов. Пока духовка греется, мы делаем пуговки. Я беру вот такую крышечку просто от минералки. И ее прижимаем, чтобы у нас получился кантик. Вот таким образом делаем все. Наши пуговички практически готовы. Нам осталось сделать только дырочки, как в обычных пуговицах. Их можно сделать чем угодно. Тесто мягкое и пластичное. Я беру такую трубочку с подсока. Можно сделать две дырочки, можно сделать четыре. Как хотите, на ваш вкус. Вот таким образом. Делаем все наши пуговички. Пуговички готовы. Духовка у нас прогрелась. Теперь ставим противень буквально минут на 10-15. Пока печеньки у нас пекутся, мы сделаем все остальное тесто. Ну, а такие печеньки у нас получились. Красивые, очень вкусные, хрустящие. Дети уже половину перетаскали. Попробуйте сами приготовить. Вам наверняка очень понравится этот рецепт. Возьмите его на заметку. Всем спасибо. Пока-пока.